Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Вот и вышли мы после летних каникул и вышли в аккурат к преддверию Успенского поста. Пост по времени короткий, а по строгости строгий настолько же, насколько и строг Великий пост. Готовит он нас к событию Успения Пресвятой Богородицы. И вот в преддверии и самого поста, и в преддверии самого праздника в нашей студии мы решили поговорить, собственно говоря, о Пресвятой Богородице, о догматах о ней, о почитании ее и о том, как ее воспринимает православный мир. Говорить мы будем об этом в нашей студии с нашим гостем, отцом Кириллом Зимином. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, батюшка. Я уже некую преамбулу сделал. Давайте, наверное, каким-то сначала общим вопросом перейдем. Вопрос о Пресвятой Богородице всегда возникает один. Вроде бы столько праздников ей посвященных, и введение во храм, и Рождество Пресвятой Богородицы, и Успение, но при этом ни об одном празднике мы не читаем в Евангелии. Вот откуда православный мир... А я также скажу, что есть целые достаточно добротные издания земной жизни Пресвятой Богородицы, полновесная такая книжка в твердом переплете. Ничего в Евангелии о ней не сказано, при этом мы знаем практически всю ее историю, начиная с детства и заканчивая ее кончиной. Даже там, где она имела возможность проповедовать уже после вознесения сына своего. Вот откуда мы черпаем... а не знания. Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы, с одной стороны, должны помнить о том, что само Евангелие было записано много позже того времени, времени земной жизни Богородицы, времени земной жизни апостолов, прямых очевидцев этих свидетельств. И параллельно с Евангелием существовало всегда так называемое незаписанное предание, независимое повествование о жизни Христа, о жизни людей, окружавших его, о жизни Божьей Матери, в первую очередь, так называемая графа, да, незаписанное предание. Само Евангелие, сам текст Нового Завета, в целом Евангелие и послания были записаны и много по... ну, сохранились в списках много более поздних, чем время земной жизни самих апостолов. Поэтому и Церковь не ставит... приоритета, не ставит такого ключевого смыслового ударения все-таки на тексте Писания. Как мы видим, сейчас все же скорее больше протестантские деноминации тяготеют к жесткому ограничению только текстом Священного Писания. А православная традиция всегда была шире этого и жила помимо Писания тем, что сейчас мы называем священным преданием. То есть той традицией, традицией передачи, с одной стороны, сведений о жизни Христа и его окружения, традиции вероучения, традиции жизни. Это благочестивая традиция, традиция благочестивой памяти о Пресвятой Богородице и о святых современниках Христа, которая для нас ничем не менее по своему статусу значима, чем текст самого Священного Писания. Вот именно из этих, не вошедших в текст Священного Писания, данных мы черпаем основные знания о Божьей Матери. Но кроме этого, следует отметить, что все же и в самом Евангелии достаточно много говорится о Пресвятой Богородице. Многое для того, чтобы мы смогли реконструировать и в целом ее образ, и отследить основные вехи ее жизни, конечно же. Пусть далеко не в таком объеме, как говорится о Христе, говорится о Божьей Матери, о Христе говорится в первую очередь, и, собственно, задача Евангелия в возвещении благовестия о Христе как Спасителе. А о Божьей Матери в связи с Христом говорится, ну, я бы сказал, достаточно много и в самом тексте Священного Писания. Поэтому для нас оснований для почитания Божьей Матери более чем достаточно. С одной стороны, Православная Церковь остается не только в границах Писания, а с другой стороны, само Священное Писание дает достаточно много информации о Пресвятой Деве Марии. Тут вот вопрос возникает. Ну, вот смотрят нас сейчас обычные зрители, обычные самарчане, самаряне. Вот. И... ну вот хотят действительно с чем-то познакомиться, да, что-то подробнее узнать. А вот все-таки в каких книгах-то
рассказано о том, как она была рождена. Потому что история и Акимы, и Анны мы не найдем в текстах, ну так скажем, канонических текстах Священного Писания. Да? В Евангелии об этом нету, в книге Деяний об этом нету. Вот. Откуда-то мы эту историю знаем. Вот что бы мы могли посоветовать или, может быть, что-то поискать, с какими текстами познакомиться? Я думаю, что все же, вот несмотря на то, что ты сказал сейчас о текстах Священного Предания и тех, все же, наверное, в первую очередь нам нужно начать с текста самого Священного Писания. Mm-hmm. Это будет правильнее. Мы должны, вот наш мотив на получение этой информации, да, с одной стороны, мы вроде хотим узнать какие-то, может быть, жизненные моменты, какие-то больше подробности, может быть, быта, может быть, темперамента, характера этого человека. Но, с другой стороны, мы должны помнить, что все же Евангелие для нас возвещает некую такую магистральную тему, тему нашего спасения во Христе. И вот здесь вот Божья Матерь, как тот человек, который послужил делу нашего спасения, вот она представлена в полноте. И, может быть, все же, несмотря на то, что, конечно же, эти тексты и есть, но больше, чтобы проявить некую такую осторожность определенную, и велик риск все-таки прочитать, познакомиться с какими-то, ну, сомнительными или не совсем достоверными источниками, все-таки я бы вот лично порекомендовал оставаться в границах Священного Писания. Конечно, если кроме этого, то есть такие тексты, выверенные тексты, которые считаются для нас приемлемыми, тексты, например, которые входили в состав Священного Писания когда-либо, но потом вышли из него, все они собраны под единой обложкой, есть такое издание, да, Писание мужей апостольских, те тексты, Новозавет, литература близкая по языку и по стилю к новозаветной литературе, которая в некоторых поместных церквях когда-то входила в состав Нового Завета, вот все это сейчас издано и собрано под единой обложкой, называется это Писание мужей апостольских, но все-таки мы должны как все же, чтобы отсечь хотя бы и малую степень погрешности и получения какой-то недостоверной информации, давайте попробуем остаться в границах Священного Писания. И мы, чтобы реконструировать всю эту ситуацию, реконструировать контекст, в которых происходили библейские события, мы должны, во-первых, читать комментарии на Священное Писание. Сейчас тоже к нашей большой радости все это нам доступно. Проблемы в доступе к информации для нас нет. То есть мы читаем в первую очередь четверо Евангелия, можно читать его обзорно в виде такого евангельского синопсиса и видеть сразу разночтение всех евангелистов, и можно читать первичные, базовые, святоотеческие комментарии. Комментарии на текст Священного Писания, сделанные в эпоху до разделения церквей. То есть комментарии сделаны в первый, ну, десятый век. Это сейчас тоже можно и приобрести под единой обложкой. Но это для того, чтобы более ярко, более подробно восстановить контекст евангельской истории. Хотя, если наши запросы могут быть менее, мы можем быть менее притязательны в запросах, нам может быть достаточно евангельской истории. Все те вещи, которые основные прописаны там, мы понимаем. То есть, с одной стороны, образ Матери Христа. И ключ к этому образу мы все имеем сами. Все мы, так или иначе, чьи-то дети, либо же мы имеем собственных детей. Взаимоотношения сына и матери. Это весь тот драматизм этих отношений в связи с событиями, произошедшими со Христом. Его смерти, его избиение, его предательство учеником, его поругание, избиение и смерти. Все это то, что прошло через сердце его матери, о чем, собственно, и сказано в начале евангельской истории, когда они пророчество, видя ее с младенцем на руках, пророчествует праведный Симеон Богоприимец. Это тоже в Евангелии. То есть, с одной стороны, мы, глядя и читая эти древние слова этого текста евангельского, мы должны видеть за ними живой образ, с одной стороны, женщины, которая страдает и всячески сопереживает за своего сына. Это первое. То есть вот это помогает нам, собственно, наша близость, наша общечеловеческая какая-то близость, семейная близость, помогает нам взглянуть и ярко представить ее образ, представить себе ее служение, ее дело, которое она совершала на земле. А вот когда мы будем уже задаваться вопросами о каких-то там подробностях, о времени ее жизни, о каких-то деталях, об окружении, вот здесь все же, поскольку этого нет в евангельском тексте, мы, ну, рискуем, хотя бы и меньшего риска нужно все-таки опасаться, рискуем
обратиться к некой недостоверной информации. И, может быть, сейчас будет оправдан столь долгий разговор об источниках, так называемых, о статусности литературы, потому что это нам поможет потом подобным образом глядеть и на другие моменты, когда мы хотим что-то узнать о жизни Христа, когда мы получаем различную информацию, когда есть евангельское повествование, а рядом есть какой-то более такой художественный взгляд, художественное повествование. То есть мы должны вот всю, может быть, казалось бы, внешнему наблюдателю многогранность и яркость художественного повествования, мы должны суметь ограничить свое притязание на получение этой информации и увидеть все-таки, сделать приоритет на главном. И вот то главное, то базисное дано нам в Евангелии. Наверное, каждый из нас, прочтя хотя бы те немногие слова, которые есть в Евангелии о Божьей Матери, прочувствует и увидит ее образ, станет для него ярким. Осязаемым. Он увидит, тем более те люди, которые, тем более мы считаем, что Божья Матерь особо близка, да, как женщина, и понимает женщин, и женщины ее поймут, да, вот то, что произошло с ее сыном, и вот в связи с этим особое наше почитание, в связи с этим так Божья Матерь так стоит особняком от всех других христианских святых, поскольку она из людей, да, имеет наиболее близкое отношение с Богом, как вот отношение матери и отношение ребенка. Я бы вот хотел немножечко к тексту Священного Писания, раз, ну, вот так вот задалась наша тема, наша беседа, вернее. Всегда встает вопрос, опять же, ввиду того, что праздников много, и мы знаем, богослужебная традиция такая, что за божественной литургией читается Евангелие, которое так или иначе раскрывает либо содержание события, вот, либо его канву, как оно происходило. Вот, то есть, если мы, например, празднуем крещение Христа, то мы читаем Евангелие о том, как оно было совершено. Но при этом, при всем, на все богородичные, так называемые, праздники, да, то есть, когда человек приходит в храм и знает, что сегодня, ну, либо празднование какой-то иконы Божьей Матери, либо праздник Двунадесятый происходит, чтение всегда одно и то же, про Марфу и Марию, к которым пришел Христос. И Мария села у ног слушать Христа. Это не та Мария, это не Преснодева, это совершенно другая Мария. Вот, то есть некоторые люди себе так это объясняют. Ну, просто потому что по имени совпадает. Вот, видимо, так вот церковь устанавливает это чтение. На самом деле это сестра Лазаря четверодневного, который ближе к концу Евангелия умрет и четверодневным воскреснет. Будет воскрешен Христом. И ее сестра Марфа, которая бегает, суетится, готовит на стол для Христа. И конфликт вот этот мы их помним. Марфа недоуменно спрашивает, почему ты держишь при своих ногах мою сестру? Пусть она пойдет и мне поможет. Я тут одна не могу справиться. Вот тогда встает вопрос, если о богословском смысле. Что пытается церковь вот этим отрывком евангельским каждый богородичный праздник нам сказать? Опять же, не какой-то другой. Казалось бы, да, сам отрывок противоречив. Почему он читается в Богородичные праздники, да? И помним, что к Богородице здесь относятся только конечные слова этого фрагмента, да, что некая женщина, вот когда слышала слова Господа, некая женщина из народа сказала, да, блаженно чрево, носившее тебя, и грудь, которую ты сосал, да, а он сказал, блаженны те, кто слышит Слово Божие и хранят его. И вот здесь вот такое вот народное возвеличивание Божьей Матери. Хотя, конечно, может быть, в ближайшем контексте оно имело риторический статус. Просто женщина восторженно восклицает, как любая женщина. А вот действительно, как могла словами... То есть Господь в очередной раз сказал очень неординарные слова, которые вызвали изумление, удивление у его слушателей. И здесь вот что может на такие... Как такие слова вообще, как женщина может прокомментировать, когда видит яркого человека, да, во всех отношениях яркого, не похожего на других? Мы знаем, что Христос учился властью, а не как книжники и фарисеи. Если книжники и фарисеи учили, исходя из традиции, вы слышали, что сказано в законе? Или вы слышали, или сказано древним? И шла цитация. А Христос противопоставляет свои слова и слова закона. Вы слышали, что сказано в законе, а я говорю вам. Вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам. То есть он противопоставляет. И он очень оригинален, очень не похож на всю ту раввинистическую традицию, существовавшую к его времени. Вот что может женщина сказать в виде такое, да, вот ее женское восприятие. Женщина может быть далека от глубин богословия, она воспринимает все иначе, она воспринимает все чувствами. Она видит яркого, свободного, очень неординарного человека, да, и она может сказать только одно. Блаженно, да, чрево, вот блаженно та женщина, которая носила тебя
к себе, и блаженна та грудь, которую ты сосал, будучи ребенком, да? И вот это вот такое вот максимальное возвеличивание Божьей Матери. И как сам говорит Христос о себе, то есть если кто свидетельствует сам о себе, то его свидетельство не истина. Угу. Если кто иной свидетельствует, то это свидетельство будет истиной. И здесь вот такое вот свидетельство со стороны, свидетельство из народа. То есть то вот никак, а кто еще может сказать о Божьей Матери? Какое было статусное положение женщины в Ветхом Завете, вернее, в иудейской традиции времен жизни Иисуса Христа? То есть женщина не имела права голоса, она не имела права учительства в церкви вообще публично выступать и говорить к народу, она не имела права. И ее роль какова была? То есть вот и апостолы как смотрели, ну да, она следовала где-то за ними, да, она была его матерью. Но все восхищались ими. И вот здесь только такой вот именно восторженный голос из толпы. Не голос первосвященника, не голос кого-то. С первосвященниками они спорили о теоретической составляющей учения. Он приводил им слова из Писания, которые они не могли прокомментировать подчас. А здесь вот такой восторженный голос из толпы. Что может еще сказать женщина? Она не может выйти, условно говоря, к микрофону и произнести речь. Ей остается только вот из толпы восторженно выкрикнуть, восторженно возразить. Вот блаженна та женщина, которая тебя родила. Переводя это на наш, переводя это ближе к смыслу этих слов, этого выражения библейского. Блаженна та женщина, счастлива та женщина, которая тебя родила. А Христос ей отвечает, счастливы те, кто слышит мои слова и хранят их. То есть он, с одной стороны, не споря с этим, не возражая на это, то есть приветствуя эту фразу, он в то же время ее продлевает нравоучением. Он говорит народу, что вот блаженны вы, если не то, что вот я там и моя мать. Вот мы сейчас, нет, вот блаженны вы. Он же пришел принести нам радость и принести нам... В этом смысле еще, я прошу прощения, что перебиваю, вот с Марфой и Марией тоже интересная тогда история получается. Ведь это суть-то не в том, что рассказанная история некая, да, о том, как Христос когда-то вошел в дом любимых для него людей. А суть в том, что подчеркивается разность служения и Марфы, и Марии, да, и слышание сослагания в сердце своем со стороны Марии. Но и опять же, Мария никогда не смогла бы сесть при ногах Христа, если бы не было Марфы. И она вынуждена была бы сама бегать и суетиться и так далее. И здесь вот действительно две формы служения, которые в самой Богородице, мне кажется, очень тесно сопрягаются. Она, с одной стороны, все сделала для того, чтобы в мир пришел Христос. Она все сделала для того. То есть, ну, самое главное, она в свое время сказала фразу, от которой зависело будущее всего человечества новозаветного. Да, «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». Могла бы этой фразы не сказать, и история бы пошла совершенно иначе. И как Марфа, она долгое время, собственно говоря, занималась тем, что действительно обустраивала быт для Христа. Ну, в том смысле, что она бежит в Египет, сохраняя ему жизнь. Она его оберегает до 33 лет. До 30 лет, прошу прощения. Но и одновременно с этим в Евангелии от Луки, по-моему, эта ремарка присутствует. И она, видя какие-то чудеса, видя какие-то необычные проявления власти уже в отроке Христе, когда тот в 12 лет беседовал с философами, беседовал с книжниками и фарисеями при храме, это все она складывала в сердце своем, как та самая Мария. Да. А вот вопрос у меня еще один. Передача наша потихонечку подходит к концу. Для того, чтобы перебросить мостик в следующую передачу, в следующую нашу встречу. Вот интересно, Христос вот в этом евангельском отрывке раз и как-то так осекает. Да? Из толпы кричит восторженно женщина, блаженна чрево носившая тебя, и грудь, которая питала тебя. Но Христос говорит, ну, как бы мог бы сказать, да, это так. Но он этого не произносит, но он говорит, как будто бы вот потеряно, да, но все же блаженны больше. Вот те, кто слушают мое слово и хранят его. Есть и другая еще евангельская история, когда, мы помним, Христос теснится народом, он находится в доме, и подбегает один из учеников и говорит, там мать и братья твои, которые хотят видеть тебя и говорить с тобою. И Христос не выходит к матери, не выходит к братьям и не говорит, расступитесь, пропустите.
Ну, вот он говорит: «Братья моя и мать моя, те, кто сидят здесь и слушают меня». Вот очень часто возникает вопрос у того человека, который впервые знакомится с текстом Священного Писания, или, может быть, наоборот, впервые он застревает на этих фрагментах. Не выступает ли здесь Христос как некий обличитель, может быть, чего-то? Ну, то есть встает вопрос, была ли грешна Божья Матерь? Вот, потому что безгрешен только Господь Бог. И не было ли у нее материнской, ну, опять же, вот этой вот самой гордыни? Да? Ну, гордыни, может быть, громко сказано, к Богородице нельзя, это, может быть, термин применить. Но не вспыхивала ли в ней периодически некая нотка тщеславия, что вот это мой сын? Не выступает ли Христос здесь, ну, как бы вот таким обличителем с божественной точки зрения? В любом случае, то, что мы сейчас здесь можем произнести за столом, оно будет только догадкой. Мы можем строить только догадки, гипотетически предполагать, что же это могло быть. С одной стороны, да, вроде вот те фрагменты, на которые вы, батюшка, сейчас указали, они, ну, в общем-то, неоднозначны. То есть вроде и да, и нет. Вроде он ее и не пренебрегает ей, но в то же время не делает какого-то там широкого жеста к ней. С другой стороны, мы можем увидеть и другие евангельские фрагменты, где Господь слушает свою мать, да, что вот чудо, и первое чудо, которое он сотворил, да, все-таки оно было совершено по просьбе его матери, хотя он его совершать не хотел. И как ни парадоксально, Христос вошел, да, в историю евангельскую, каким чудом? Чудом умножения алкоголя, да. Что он не сказал вам: вот ребята все выпили, ну хватит пить уже, все. Ну, и так уже хорошо, все, посидите уже, чай попейте, расходиться. А вот еще сделал. Не хватило еще. Он берет и делает еще. Это чудо, которое первое совершает Господь по просьбе своей матери. То те слова, которыми он вручает любимого евангелиста, ее опеки, да, у креста, что это мать твоя, и это чадо твое, да, вот, то есть то особое отношение. Поэтому оно показывает мне, уже рисует некое такое, уже становится образ более объемным. То есть, с одной стороны, он не всегда ей, нельзя сказать, что он ей пренебрегает. Вот то, о чем вы говорите, о том, что, может быть, он как-то отсекает какие-то нотки тщеславия, это действительно только Богу ведомое, известная вещь. Может быть, да. Потому что подчас Божья забота о человеке может показаться самому человеку жестокостью по отношению к нему. Ведь часто у нас в жизни происходят какие-то, ну, проблемы. И мы только с годами можем видеть, что те трудности, ну, в детстве какие-то там школу надо закончить, детский сад, там еще университет, еще что-то. Потом ведь каждый день надо ходить на работу, чтобы зарабатывать деньги, чтобы продолжать какое-то... Каждый день нужно мыть там полы, вытирать пыль. Какие-то трудности определенные есть. Так Бог ведь мог бы сделать так, чтобы всего этого не было. Это внешнее, а более того, нравственное. Подчас, что мы из аскетики это знаем, что какую-то критику в свой адрес мы должны воспринимать как награду, как когда дашь премудрому вину, и премудрейший будет, как сказано в Ветхом Завете, что умному сделай обличение, сделай укори его, поставь ему на вид, и он станет еще умнее. Вот, может быть, такой взгляд тоже мы не должны отрицать. Мы не можем здесь сказать на все 100% «да, это так». Но мы не должны отрицать и такого взгляда, что, как и любой человек, Дева Мария тоже была подвержена всем человеческим... Ничто человеческое, скажем так, ей не было чуждо, в том плане, что какие-то эмоции, переживания, естественная боль за смерть своего сына, и в то же время и гордость, и радость. Как мы знаем, радость подчас не имеет границ, какая-то гордость, такая радость, она может перерасти, может уже перерасти в некое любование, любование с собой, и может быть, мы не должны отрицать такой точки зрения, что эти слова тоже были сказаны в каком-то оградительном значении, для того, чтобы пресечь, возможно, намечающиеся моменты тщеславия и самолюбования. Отец Кирилл, время нашей передачи подошло к концу, но мы обязательно встретимся с вами в следующий вторник и продолжим разговор о Пресвятой Богородице, о ее почитании в православном мире. А с вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Храни всех вас Господь и помоги вам, Господи, в Успенском посту. Храни Господь.